успели все, никто не опоздал. Со мной же это иногда бывает. Ну как приятно видеть полный зал. Аншлаг артиста вдохновляет. В кругу друзей минуты коротки. Так будем экономить время сразу. Надеюсь, что мобильные звонки не помешают моему рассказу. Пусть все известно наперед. Предугадать финал несложно. Из века в век, из года в год. Сюжет почти один и тот же. В нем много чувства, бурь и гроз. И радость смешана с бедою. Такой сюжет из мира грез. Кто не мечтает стать звездой?